and Omega. Так, сейчас показываем, ребята, тут военно-воздушные силы. Атака будет с воздуха. Ребята, две минуты для армянского радио. Привет. Перший раз говорит. Вот и маска. Класс. Не, маска старая, просто крипами. Открываем сезон. Сашко заходит на тренировочную базу. Тут уже Алекс, Альфа, Джон. Бля, разлет такой. Чего? Как в байке? А что не работает? Батарейки сели. Может, шарика нету? Потрусили. John, you tried everything works? Oh yeah, that works out, yes. Yes. You ready? Yeah, nice. Бежал, снял там возле тебя, кто был? Это Ваня. Нет, так я смотрю, бежит, смотрю, не вижу. Я потом вернулся, снял Макса. Вижу, ты такой бежишь, думаю, на что пизде. Ты любишь это дело. Я из маляка стреляю, он не достреливает. Спринт такой включил, да. Вот это, бля, побегали. Ну как ощущения, ребят? Классно?
Макс в наглую пошел окружать Сашу. Ого, попал нормально в болото. Да, я же не мог брата в беде оставить. Хорошая игра, пацаны. Надо выходить, заправляться. А? Не, уже все. А, и патроны тоже. Все, выходим. Сюда на центр кто-то бежит, да? Я иду. Вот на это. Бочка. Бежишь на бочке, да, спереди? Вот спереди, до червоной и зеленой. Да? Хорошо. Просто смотри. Я думаю, я сюда буду лево смотреть, а ты там мою спину прикрываешь справа там. Чтобы никто не бежал. Сейчас отпускай. Ага, хватит.
фотки, ребята, меня прижали, заходи с другой стороны. Is it a game? Is it a game? Сайка, візьми мій пот там. Да-да, оцей зелений. А хто там ще грає? Блять, как я вы... Я думал, той за той копейкой. Не-не-не, он был за той, потом перебежал сюда. А, так я аут. Я тут я аут. А? Я аут. Так он такой стоит. Ну потому что я же его держал из-за бочки. Он у него tunnel vision, знаешь. Нет, он говорит, а где? Вот дуло в морду. Не, ребят, ну надо скидку делать, что ребята там играют, знаешь, первый раз. Все, ребятки, давай, похлопаем. Молодцы. White man, white man. Thank you.